Друзья, доброе утро. У нас заключительный день данного этапа и финал сезона. Сегодня решится судьба титулов во многих классах, в том числе в нашем классе. Еще не до конца ясно, кто будет первым, вторым и третьим по итогам всех шести этапов. К сожалению, с утра дождь, мы к нему не готовы. Разминка сейчас будет поиском настроек, будет поиском новых траекторий на этой трассе. Мы этой информации не располагаем, поэтому мы на самом деле скрестили пальцы и надеемся, что к гонке, которая пройдет после обеда, все-таки дождь закончится, все высохнет, и мы поедем в сухих условиях, в которых нам было комфортно. Так что пожелайте нам удачи, надеемся, что заключительный день принесет нам немало положительных моментов и сюрпризов. Мы всей командой надеемся и верим на выдающийся результат. Посмотрим. Напомню, мы на последнем этапе чемпионата России шоссейно-кольцевым автогонкам СМП РСКГ. И на этом последнем этапе мы для себя сделали, наверное, фееричный результат. Ну да, такого не было. Не было. Мы первые на всем этапе. У нас второе место в первой гонке. И какое место во второй гонке? Первое. Стартовав с последней позиции. Вот это то, наверное, для чего работала команда весь сезон. И сейчас есть все шансы повторять результат в следующем году. Мы повторим, Дмитрий? Так, ну, конечно, повторим. Мы должны победить в сезоне в следующем. Ну, а как же? Мы будем работать весь следующий год, чтобы теперь результаты тайм-атака превращать в результаты первых мест на гонках. Ну, да. Потому что теперь мы знаем, где взять темп, как делать машину, что делать с пилотом. Теперь осталось пилоту разобраться, что делать со всеми участниками на трассе. Ждать. Ждать, половина не торопиться. Половина мудрости царя Соломона – это ждать. Ну, результат есть. Да, несомненно. Команда проделала большую работу. У нас сейчас сборы. По большому счету, скоро мы выдвигаемся в Нижний Новгород. Ну, уже темнеет, да? Да, день на мега-позитивной ноте. Так что мы еще не все рассказали. Смотрите полный эфир. До встречи, друзья. Пока. Хочется сказать большое спасибо своей команде, механикам, ребятам, вы супер. Без вас ничего бы не было.